В Актобе прошел мирный митинг. Активисты собрались на специально отведенном месте на площади городского дома культуры. Всего на встрече присутствовало около 20 человек. Концепция слышащего государства: власти должны не только прислушиваться к проблемам граждан, но и принимать правильные и справедливые решения. Президент подписал закон о мирных собраниях, который дает казахстанцам право открыто выражать свои требования. Однако общество должно знать культуру проведения митингов. Собравшиеся открыто выражали свои мнения. Никаких нарушений не отмечалось. Соблюдалась социальная дистанция. А для обеспечения их безопасности дежурили стражи порядка и сотрудники скорой помощи.